Конечно, конечно. А вам, дорогие зрители, потом отгадывать, по что же они танцевали. Готовы, девушки? Итак, аплодисменты еще раз. Музыка. Нет, ну плохо аплодисменты. Тут, между прочим, культ работник. На секундочку. Это вам... Ага. Ого. Да-да-да. Лайкайте меня ВКонтакте. Совсем не пиар. Вот не пиар вообще. То есть, агентство какая-нибудь, Розочка, да, звоните. Планета праздника. А, вообще, вот это планета праздника. Ну, мы готовы? Я могу еще поразвлекать, пока музыки нет. Нет, так я тоже могу. Давайте мы с вами вдвоем будем развлекать. Вот. Итак, еще напоминаю, что будет звучать музыка. Ваша задача отгадать, под какую композицию они танцуют. Все очень просто. Девушки, вы готовы? Зрители, вы готовы? Уже 2 дня готовы. Культ работы. Ну, понятно, да? Еще КВНщица еще хотят. Я за комбинат. Я. Да? Я. Да. А, хорошо. Ну что, давайте пока наши... мы готовимся. Сделаем вот что. Познакомимся поближе. Но если вы не знаете, после этого у нас будут с вами настольные игры. Кто хочет поиграть в настольные игры? Я вижу. Хорошо. Ты пойдешь со мной. Ну а кто хочет продолжить веселиться? Вы остаетесь здесь. И, конечно же, будете вот такие наушники включать себе ту музыку, которую вы хотите, и танцевать. Надеюсь, не до утра, но там как пойдет. Есть? У вас играет музыка? Нет, у нас не играет музыка. Ну, играет? Шумит. Шумелка мышь. Давайте так, пока. Есть? Играет. Раз. Спасибо большое. Не играет. Мы сейчас все сделаем. Не играет, да? Мне всегда везет. А вы просто танцуйте, что хотите. Итак, вторая композиция. И третья. Начинать. Подождите, стоп. Начинать? Когда начинаем? Да. Итак. Ну что, дорогие зрители, сейчас аплодисменты. Смотрим, девушки, танцуйте. Там вообще все очень плохо. А. Оп. Ага. Давайте, стоп. Итак, девушки, вы ничего не... Подождите. То есть, там, походу, была вишенка и группа. Итак, давайте отгадывать, что танцевали вот здесь? Утят. Но вначале вы танцевали не утят же. А кого? А кого? Не нужно на меня наезжать, я просто спросила. Хорошо. Итак. Что танцевала вот эта девушка? Утят? Хорошо. Итак, что танцевала Нина? Правильно, спасибо большое. Вы можете снять наушники, отдать нашему диджею. Вы, в принципе, поняли, как мы будем танцевать сегодня. Каждый выбирает свой. Да. Почему? А я вот хочу танец у тебя, танцую. И мне никто не мешает. Тоже правильно. Вот хочу танец у тебя сегодня, и все. Больше ничего не хочу. Да, свобода выбора. Итак, ну, конечно же, для вас играет, поет Гагик Багирян «Букет из белых роз». Девушки, все.